В прямом эфире нашей интернет-трансляции после матча Крумкаччи Слуцк Максим Талейко. Максим, краткий вопрос, но сами ожидали такого разгромного поражения? Нет. При такой игре контролировать мяч, игру 90%, проиграть 3-0, это, конечно, ужас. Я это не знаю, что должно случиться. Сегодня Крумкаччам просто не везло, либо Слуцк оказался так на голову сильнее? Я бы сказал, что не везло не сегодня, вообще уже сколько, 8 туров сыграли, сколько уже можно не вести. Но по игре, если такая игра идет, вообще не понимаю, в чем дело. Уже 7 матчей Крумкаччи не забивают, есть какие-то связи с этим мысли? Вообще нет, уже как не пытались разобраться, вроде бы все и обговорили, и собрались, все переговорили, все перелопатили, но нет, ну где причина, в чем, где ее искать, вообще не понимаем. Все, отпускаем Максима, не самые яркие эмоции, спасибо, Максим, огромное. А Максим Талейко только что был с нами и сразу же игрок победителей Виталий Кибук. Виталий, во-первых, с победой. Спасибо. Ну, похожий вопрос, только в другой интонации. Сами ожидали такой крупной виктории? Конечно. Мы как бы верили в победу. Насчет забитых мячей и количества, это как бы, как говорится, исполнительское мастерство. Моменты были, их использовали. Но настраивались на победу. Главная вера в себя. Мы поверили сегодня и добились результата хорошего. Вот эта встряска, которая в последние дни в клубе произошла. Слуцк уже загнанный зверь, который в углу отступать некуда. Сыграл это свою роль? Ну, конечно, как бы тут уже либо все, либо ничего. Сегодня просто каждый поверил, должен был поверить в себя. Надеюсь, ребята поверили. Мы вышли на поле со самой отдачей очень большой. Главное было, как говорится, выложить все силы на поле. А там уже, если мы заслужили победы, выиграли, не служили, не выиграли бы. Поэтому сегодня заслужили победу, видимо. И последний вопрос. Так сошлось, что первая выездная победа Слуцка в чемпионате и первая крупная. Какие-то комментарии потом? Ну хорошо, хорошо, конечно. Надеюсь, это отправная точка. Дальше будем только прогрессировать. Как говорится, главное победа. Счет, какой счет, это уже другое, другой план уходит. Хорошо. Виталий, спасибо огромное. Спасибо. И с победой. Спасибо. Все, конец поединка Крумкаччи Слуцк. Случайно одерживают победу. Ну, пожелаем удачи воронам, наверное, в следующих уже матчах. Ну что, все. Спасибо. Все, ребята.